китайская делегация посетила Рязань. В нее вошли более 60 представителей разных муниципалитетов и 12 городов Китая, которые находятся в 7 провинциях. Гости находятся в регионе всего 3 дня. Центральным событием стало подписание договора между Рязанью и городом Цзяюгань. Сейчас у нас более 140 пар городов-побратимов между Китаем и Россией. И взаимодействуют они достаточно хорошо и эффективно. Но следующим шагом, мы считаем, должно стать то, и также благодаря вот проводящемуся сегодня форуму, мы надеемся, что мы выйдем на новый уровень этого взаимодействия в рамках механизма городов-побратимов. И взаимодействие станет еще обширнее и богаче по своему содержанию. Цзяюгань является одним из самых популярных туристических направлений центральной части Северного Китая. Он находится около самого западного прохода в Великой Стене. Общая численность населения составляет порядка 230 тысяч человек. У многих наших городов есть общие векторы развития, есть схожие проблемные вопросы. Эта площадка позволит их обсудить. Важно услышать друг друга и принять на вооружение самые лучшие передовые практики. Документ, составленный на китайском и русском языках, подразумевает обмен опытом между городами и эффективное сотрудничество в социальной сфере, образовании, науке, туризме, экономике, сфере ЖКХ и многих других. Кроме того, он затрагивает взаимное участие в инвестиционных проектах, предлагаемых для иностранных партнеров с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития городов-партнеров. Сегодня российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, но еще имеют нереализованный потенциал. Нам необходимо не останавливаться на достигнутом и постепенно продолжать эту очень важную работу. Встреча прошла в рамках российско-китайского форума, который в этом году состоялся впервые. Это историческое событие, которое призвано укрепить взаимодействие двух стран. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».